Всем привет, ребята, и вы на канале Ирочка Инфо. Сегодня у нас не очень такое радостное видео. Привет, привет, и Андрюша нам показывает, привет. У нас папа немного заболел, он вообще как бы простудился, у него пропал голос совсем. Он не может вообще разговаривать, поэтому, смотрите, я ему сделала чай. И сегодня наши дети будут лечить нашего папу. Андрюша, наш папа заболел? Да? У него горлышко болит. Где у него болит? Ну-ка покажи. Горло. Горло. Скажи горло. Горло. Молодец. Мама еще поставила ему компресс, но это недостаточно. Нужно еще и чай, и лимончик. Так, ребят, вот мы сейчас покажем, как наши детки будут лечить нашего папу. Андрюша с Ирочкой лечат папу. Ира, клади лимончик. Вот такой толстый кусочек лимона, чай. Все. Да. Так, Андрюше, давай тарелочку с лимоном. Давай, Андрюша, держи тарелочку с лимоном. Идем лечить папу. Выходи, пойдем, пойдем. Пошли лечить папу. Андрюш, идешь? Давай я тогда ему тряпочку с компрессом на голову. Двумя ручками. Ир, ты бери. Все, пошли. Идемте, детки, лечить папу, да, Андрюш? Папа заболел? Смотрите, мне там закрыта дверь. О, нет. Все, молодец, справился. Папа, папуль, мы пришли тебя лечить. Ой, давай держи. Включим свет. Убери плед. Держи чай. Угу. Давай, лучше пойду туда, чтобы показал. Андрюш, давай плед. Держи чай. Ну, стой, стой. Положи ее на этот, на столик. Хорошо, вот чай. Так, чай. Компресс. Компресс. И лимон. Лимончик. Андрюша, ты хочешь взять лимон? Папа у нас имеет компрессик. Здесь мы сделали, полностью пропал голос. Ну-ка, скажи привет. Привет. Вот видите, ребят, вообще ничего не слышно. Андрюш, иди обнимай папу и ты. Ложись рядом с папой, хочешь? Андрюш. Да не, не надо. Нельзя, чтобы не заразил, да? У меня вообще маска тут есть, когда они заходят ко мне, так ставлю. Так, ты давай сделай пару глоточков чая, Ира сейчас положит тебе компресс на голову, потому что уже температура поднимается. Чай у нас, ребята, вообще не горячий. Когда температура, ни в коем случае не надо горячий, да, чай. Теплый. А еще... теплый. Теплый, да? Ой. А еще, ребята, папа недавно пил травяной спасибо, чай. Андрюся, спасибо. Вот так. Вот он держит. Ты лечишь папу? Давай, Ира, приложи папе компресс. Сейчас пусть он еще глоток чая сделает. И я поставлю сюда чашечку. Давай я уберу чашку. Давай, вот так. Пришло время, когда дети лечат папу. Да. Вот так. Опрокинь голову, да, назад. Наоборот. Ну вот так. Болеть это очень-очень плохо. Душа, ты еще... все, хватит, пап, хватит. Спасибо, спасибо. Нет, нормально, когда много витамина С. Андрюша, хватит, хватит. Молодец, Андрюшечка. Хватит. Когда много витамина С, это да. Тогда быстро очень выздоравливает человек. Так, чуть-чуть опрокинь голову. Вот так? Да. И держи. Так, наш доктор пришел. Андрюша, дышу. Надо слушать папу. Скажи папе, дыши. Где твой этот аппарат, чтобы слушал? Где твой аппарат? Иди найди. Горло покажи, папа. У папы красное горло, это точно. Да. Ну что, папуль, спасибо за выздоравливай, спасибо, мы тебе желаем, чтобы ты... Ребята, ставьте много-много лайков, чтобы папа скорее выздоровел, и мы снимали классные новые видео, потому что без папы скучно. Хватит, Андрюша, хватит. Будет очень скучно, кто нас будет снимать? Ребят, кто же будет нас снимать и кто будет обрабатывать, помогать обрабатывать видео? Поэтому побыстрее поставьте лайки, много-много лайков, чтобы наш папа выздоровел. А еще подписывайтесь на наши каналы. Ирочка Инфо, я Андрей, Андрюшка Инфо. Андрюш, скажи ура! Ура! Громко. Ура! Ура! Мы вам желаем никогда не болеть и говорим вам пока-пока, до новых встреч, ребята. Ты любишь папу, Андрюш? Да. Скажи, люблю. Скажи, люблю. Ну,
Хорошо, все, пока-пока. Пока.